выдержать большое... Хоккейный клуб «Адмирал» вернулся с выезда. Приморцы провели встречу в Москве, Череповце, Минске и Нижнем Новгороде. Заключительный матч этого турне против нижегородского «Торпедо» начался по сценарию, который приморцев совсем не устраивал. Хозяева открыли счет в большинстве в дебюте игры. В начале второй 20-минутки торпедовцы удвоили свое преимущество. Затем для «Адмирала» начался триллер. Сильнейший удар шайбой в лицо получил защитник приморцев Самвел Мнатян. И из-за него потерял сразу три зуба. Удаление за удалением. Приморцы выстояли в меньшинстве и отыгрались в третьем периоде. Сначала Горшков по-бобровски выкатился из-за ворот, а через две минуты Воронин отправил шайбу прямо в девятку. Хозяева бросились отыгрываться, но приморцы перевели игру в овертайм. Встреча дошла до буллитов. Все броски образцовые исполнили Горшков, Александров и новичок Бут. 3-2 победа «Адмирала» по буллитам и седьмое место в Восточной конференции КХЛ. Футбольный клуб «Луч энергии» сразу по окончании осенней части чемпионата начал перестройку команды. Селекционная работа начата после заключительного в 2015 матча. Основной состав покидают центральный защитник Олег Бабенков и нападающий Максим Вотинов. 30-летний защитник выходил в 13 матчах, получил 4 желтых карточки и заработал одно удаление. 27-летний центрфорвард появлялся в 14 играх, но в каждой в среднем проводил по одному тайму и не забил ни одного мяча. Сегодня контракт расторгнутый с врачом основной команды Владимиром Улановым. Павел Зайцев, «Панорама».